возвращаясь вот к вопросу о персоналиях, еще вот просто спрашиваю. Вы верите, что те же самые люди, которые совершили такую бездну совершенно идиотских ошибок, ну, которые очень смахивают, кстати, на сознательное вредительство многие из этих ошибок, что они сейчас будут действовать как-то более вменяемо? Вот я не верю. Дело в том, что последнее время во всех вот публичных выступлениях, во всех интервью я прямо акцентирую на этом внимание, что если не будет кадрового, хотя бы частичной замены, я не призываю вообще все сменить, там у нас нет, у нас вот все так укомплектовано. Но если не будет хотя бы минимальной ответственности введено за то, что делают VIP-чиновники, мы эту войну выиграть просто не сможем по одной простой причине. Они будут продолжать делать любую глупость, ни о чем не беспокоясь. Любую глупость, любое маразматическое решение, любой провал, ну, они будут просто совершать как из пулемета. Ну, а что думать? И думать не надо. Вот что-то им показалось, мы сделали, ни за что не отвечаем. Опять нам что-то показалось, мы опять сделали. Опять полный провал, мы ни за что не отвечаем. А чувство самосохранения у них не может включиться все-таки? Ведь если война будет проиграна, это может стоить им всего. Вот тут тоже вопрос очень серьезный. А думают ли они о том, что война может быть проиграна? Опять же, беспокоит ли их, что война будет проиграна? Есть такая версия, которую разделяют достаточно многие аналитики, которая заключается в том, что их это вообще сейчас практически не беспокоит. Их беспокоит только вопрос удержания власти, причем именно в той конфигурации, к которой они привыкли. Давайте не забывать, что это люди все 70+, в основном. Ну, по крайней мере, около 70 и плюс. Люди, которые, в принципе, уже по возрасту, в основной своей массе, не могут быть способны на импровизацию. Нет, это Суворов мог переходить в Альпы в 70. Там. Это, допустим, Кутузов мог грамотно проводить стратегию, там, когда Наполеон там влез в Россию. Но это Кутузов и Суворов, это талантливые люди. Талантливый человек и в 80 может оставаться вполне талантливым, несмотря на то, что организм как бы уже сдает. Здесь о талантах наших элиты, по-моему, говорить несколько смешно. Если они в чем-то и талантливы, так это в том, что ну, в подковерных интригах и в присваивании того, что плохо лежит. И само идет в руки, без усилий. Никто из них не создал бизнес-империю, как Генри Форд с нуля. Никто из них не добился, как там Наполеон, допустим, от лейтенанта до императора Франции. Им все фактически досталось по наследству. Часть из них – это потомки вообще советской номенклатуры, значительная часть. Часть – это примкнувшие, но, в общем, достаточно попасть, условно говоря, было в эту семью, в эту мафию. Дальше все, вот как бы все идет в руки само. Я не жду от них никаких импровизаций, я не жду от них никаких даже озарений. Более того, к сожалению, бесполезно, на мой взгляд, ждать от них даже адекватных действий. Им, если у них перед ними будет дилемма проиграть войну, но сохранить власть, они секунду не задумываются. Причем сохранить именно в том виде, в каком она есть. Попытки их напугать поражением в войне их не пугают. Их надо пугать потерей власти. Я тоже пытаюсь по мере сил это делать, причем я действительно уверен в своих словах, что если они проиграют эту войну, они потеряют власть 100%. Причем все. Их всех сожрут. Не, ну это очевидно. Это очевидно, но не им. Но не им. На их планете розовых пони это вовсе не очевидно. Там до сих пор они уверены, и они об этом не стесняются заявлять, что рано или поздно война закончится компромиссом. Вот их интересует только компромисс. Они понимают, что они обгадились, они понимают, что они провалились. Поэтому сейчас им нужен компромисс. На любых условиях. Компромисс с Западом они будут воспринимать как победу. Именно компромисс с Западом. А дальше Соловьев, там, Норкин и все остальное, Шобу, им народу объяснят, что вот победа и есть победа. А не проще выиграть войну, чем идти на компромисс? С их талантами. Они, я думаю, не верят, что они могут выиграть войну в том варианте, в каком это понятно для меня. Но верили, когда начинали. Это же надо напрягаться.
Чтобы выиграть войну, надо напрягаться, надо выйти из зоны комфорта, надо совершать действия, которых они никогда в жизни не совершали. Надо брать на себя ответственность и потом отвечать за это. Но вначале, когда они надо все начинали, менять окружение, которое окружает 20 лет. Вначале они верили в том, что могут победить, когда начинали? Более того, они к параду серьезно в Киеве готовились. 9 мая прошлого года они собирались парад в Киеве проводить. Уже все умиротворено, совместный парад. Российских, украинских, новых войск. Готовились, собирались. Понятно. Ну, такая тема грустная. Но поскольку мы политику уже затронули, следующий вопрос политического характера. В 2016 году вы попробовали, сделали попытку прийти в большую политику. Создали комитет... Большую политику нет. Большая политика, что такое у нас большая политика? Большая политика, это надо было на коленях приползти в администрацию президента, вылезать подряд задниц так 10-12, постепенно поднимаясь как вверх или опускаясь вниз, тут могут быть варианты. Вот, и да, потом добраться до какой-нибудь задницы, уж не сам, до самой главной, куда там, это большие слишком люди, большие слишком задницы. И выпросить себе какое-нибудь там депутатство в обмен на, не знаю уж какое там, то есть стать таким же дерьмом, условно говоря, как Саша Борода. Вот это может быть... Было возможно в 2016 году для меня. А комитет 25 января, что было тогда? Да, это был политический ход. Но это был политический, это не большая политика, это просто политический ход в расчете на то, о чем я говорил тогда и повторяю сейчас. У нас сейчас всего в стране две альтернативы. Это условный Путин. Ну, неважно, там будут преемники, там вся вот эта вот Медведев, там вот вся эта компания, которая, в общем-то, скажем так, честным людям, хотя бы относительно честным, уже поперек горла лет так 15. А некоторым, как мне, со времен Чеченской войны, потому что я уже тогда все понял, глядя, как Эмират строится и так далее, что мы там делаем. Мне-то, скажем так, вообще все с 91 года не нравится. Ну, с характером. Как говорят, характер у меня скучный. Вот. Очень не люблю я воров, очень не люблю я лицемеров, очень не люблю людей, которые заявляют одно, а делают совершенно другое, причем в ущерб стране и народу. Ну, не нравится мне так. Это не громко. А почему в итоге комитет распался? Давайте я все-таки пройдусь, как говорится, самореклама отойду и пройдусь дальше. Есть условный Навальный и условный Путин. Ни Навальный с его идеями подчинения полного России западному проекту, то есть превращение нас, условно говоря, из полуколонии в колонию, с ЛГБТ, с флагами и так далее, ни компания отечественного варья, опять же, с Абрамовичами в качестве фронтменов, мне не нравится. Что одни противны, что других терпеть не могу. И все, а вариантов нет. Выбирай. Вот прекрасный выбор. Вот говно, а вот дерьмо. Что хочешь, что больше нравится. Вот это твердой консистенции, а это жидкое. Тебе какое? А я не хочу ни того, ни другого. И никогда не хотел. Меня не так воспитан. Я патриот, я в какой-то степени националист. В нормальном смысле этого слова. Я не считаю, что другие народы хуже русского. Но и свой народ я люблю. Я воспитан в этой культуре. Мне она нравится, я не хочу другой. И воровать я не хочу. И никто у меня в семье никогда не воровал. Поэтому я ищу что-то третье, третью силу, третий вариант. И это была попытка? Это была попытка, первое зерно. Потому что нету. Вот, ну, выбор, условно говоря, можно было стать системным патриотом, как Проханов. Там, нести чушь просто конкретно. Я его, кстати, лично знаю. Там, я же в газету «Завтра» был хож в 90-х, даже когда служил. Вот. Ну, можно за деньги просто рассказывать, какой Владимир Владимирович хороший для патриотов, акцентируя внимание. Можно как Дугин какой-то бред нести, тоже псевдопатриотически. Меня это не устраивает. Поэтому была попытка собрать группу интеллектуалов и людей, которые, скажем так, в чем-то оппозиционные, в чем-то поддерживающем, ну, по крайней мере, которые демонстрируют способность мыслить самостоятельно. И при этом как бы не готовы тут же вцепиться друг другу в глотку. Но если так говорить, то для 2016 года, к
когда еще Крымский консенсус, в общем-то, существовал вовсю. И то, что происходит сейчас, что оно будет, это было не очевидно почти ни для кого. Но это была попытка преждевременная. Преждевременная. То есть она обогнала, условно говоря, свое время. Вот сейчас она была бы более рациональна. Но сейчас и меня уже забыли сильно. И иных уж нет, а те далече, Крылов умер, Просвирин. И Римонов умер, и Просвирин из окна выпрыгнул, подчеркиваю, на мой взгляд, именно выпрыгнул, а не выкинул, к сожалению. Хотя там, какое сожаление, тут судьба такая, человек оказался сам. Вот. Сейчас, может быть, это было, ну, это... тогда было рано, сейчас, возможно, уже поздно. Но настоятельную необходимость того, чтобы хотя бы относительно честные, умные русские люди, и не только, кстати, русские, сели за стол и сказали, а что мы вообще хотим, что мы будем? Будем ждать, когда страну поделят на кусочки, и будем потом эти кусочки будут воевать между собой за то, чтобы Shell у какой-то другой нефтекомпании там отжало какое-то очередное месторождение. Или мы будем, допустим, дальше цепляться за эту команду замечательную, которая вот совершает такие выдающиеся, изумительные действия, какая сейчас у нас действует. Или мы все-таки попытаемся вспомнить, что мы страна с тысячелетней, как минимум, историей, что у нас огромная, мощнейшая культура, что у нас были огромные достижения не только в политике, но и в экономике, и в философии, и в литературе, и во всем. Попробуем вспомнить о чувстве собственного достоинства. Попробуем вспомнить, что когда-то у нас даже граждане были. Что гражданское общество даже когда-то формировалось. Правда, до того доформировалось, что само себя самоубило. Но тем не менее. Вот это остается актуальным. На данный момент, причем остро актуальным. Чем бы ни закончилась эта война, она закончится колоссальнейшим кризисом власти. И, скорее всего, она закончится социально-экономическим кризисом. Скорее всего, это будут процессы взаимосвязанные, происходящие одновременно. В таком случае, а ваши дальнейшие планы какие? Сейчас у меня особых планов нет. К сожалению, несмотря на то, что ситуация остро критическая, понимание этого у большинства сколько-то активных и обладающих ресурсами людей нет. А даже если оно есть, у некоторых оно есть. Существует вполне объяснимая и даже в какой-то степени оправдываемая, ну, с точки зрения как бы оценки, позиция, ну, а что я могу сделать? А если я сейчас вылезу, мне голову срежут, а я все потеряю? А давайте теория малых дел, я вот сейчас делаю там танки, я сейчас делаю винтовки, я вот сейчас помогаю Донбассу. А я кормлю целый регион, там, и вот за счет этого от меня зависят тысячи людей, там есть и такие. А вот если я сейчас высунусь, мне отрежут голову, и не будет этих винтовок, не будет этого зерна, не будет этих танков, не будет помощи этим батальонам. И возразить-то тут нечего, в общем-то, как бы. И даже, может быть, некорректно, потому что мне вот нечего терять. Чем мне терять? Ну, могут меня посадить или грохнуть. Ну, могут. В общем, Гага и так ждет, в общем-то. Если мы проиграем эту войну, как бы то ни было, в общем, особо терять, ну, в любом случае, радости мало. То или грохнут, или посадят. А может сложиться такая ситуация, когда... А нет, я просто говорю, а людям есть что терять. Но вот может сложиться такая ситуация, что этим людям, эти люди, которым сейчас есть что терять, они будут готовы пойти в ва-банк? Только когда все начнет сыпаться, это будет поздновато. Потому что, еще раз говорю, сейчас у власти есть, условно говоря, ресурс. Она его потеряет только, когда начнется обрушение. И то у отдельных представителей этой власти этот ресурс будет в руках. Ну, допустим, если представить, что Сергей Кужегетович безальтернативно будет возглавлять и дальше Министерство обороны со своей командой, то у него будет в момент обрушения ресурс в виде каких-то войск. Там, допустим, у Колокольцева будет МВД, там у Бортникова ФСБ, то есть остатки. То есть пусть они будут ослаблены, но они будут. А у Навального будет толпа на улице, условно, условного Навального. То есть все это готово. У Навального будет поддержка Запада, финансовая в том числе, огромная. В том числе со стороны наших олигархов, не обязательно. Собственно, его финансировал Запад, никогда его не финансировал. Его финансировали наши олигархи. Потанин,
Дерипаска, этот самый, тот же самый Абрамович. Миллер финансировал «Эхо Москвы» и прочее. Это структурное подразделение «Газпрома» было. «Газпром-медиа». Там Миллеру достаточно было вот так пальцем щелкнуть, чтобы оно закрылось. Вот когда его, на него надавили, он так щелкнул, все, где? Где «Эхо Москвы»? Кто его слышал? Его не Госдеп финансировал. Что у одних изумительных людей, что у других ресурсы для борьбы за власть после того, как все рухнет, готовы. А у нормальных русских людей дырка от бублика, по выражению Остапа Ибрагимовича Бендера. Нету ни структур, ни политических, ни экономических, вообще никаких. Просто никаких. В чем же тогда дальнейшая перспектива? Или дальнейшая нет? Перспектива, да, то есть, несмотря ни на что, пусть с опозданием, да, надо пытаться создать вот эту третью силу. Причем противодействовать будет как власть, так и оппозиция, так называемая прозападная, для них. Они привыкли играть, как говорится, на одном поле друг другу в пас. Даже там кто-то кого-то сажают, кого-то там выгоняют. Тем не менее, они привычные партнеры. За одними стоит Запад, и в случае компромисса Запад их обязательно вернет во власть. Или там сменятся полюса, одни перейдут туда, другие туда. Но тем не менее, это все их поле игры. Естественно, что третьего игрока они на это поле будут все против объединяться и будут против этого выступать. Но я считаю, что если мы вообще хотим, чтобы через 10 лет Россия сохранилась, в любом виде хотя бы, ну я считаю, что для этого просто необходимо и тех, и других отодвигать от власти. Может быть, конечно, не целиком, но потому что, опять же, других людей у нас нет. Это в 17 году можно было позволять себе самые безумные социальные эксперименты, потому что по 8 детей в семье резерв был огромный. Демографический резерв. Все, Россия, этот демографический резерв, все использовала полностью, причем в основном все ушло в шлак, к сожалению. В две мировые войны, в революцию, в голоды, в раскулачивание, расказачивание и так далее. Все. Этого у нас нет. Сейчас... Вопрос, насколько я понимаю, вы собирались задать в отношении ЧВК Вагнера. Вот я вот отвечу сразу на него. Можно? Да, конечно, да. Почему мне не очень нравятся, мягко говоря, действия ЧВК Вагнера? Почему я их критикую? Почему я говорю о том, что в данном случае даже руководство ЧВК, не самих бойцов. Потому что, опять же, с учетом наших колоссальных демографических проблем, бегство значительной части молодежи за границу. А чем больше будет кризисная ситуация, тем это бегство будет усиливаться. Так бездумно расходовать русский человеческий ресурс, причем как бы безрезультатно, потому что они пробивают, да, проявляя героизм, мужество, пробивают одну дверь, за ней вторая, пробивают вторую, за ней третья. Зачем пробивать 10 дверей подряд? Еще неизвестно, удастся ли до последней добраться, если можно ударить в другом месте, пробить одну дверь. Обойти и действовать. Это, конечно, не только к ним вопрос, это к генеральному штабу в первый вопрос. Но руководители ЧВК, они что, они болванчики деревянные, которые они не понимают этого? Что ресурс невозобновляемый, русские люди, жизни русских людей, не только русских, там же, ну, наших граждан, сограждан. Даже если это касается уголовников, ну, имеется в виду тех, кто сидит, там не все уголовники. На мой взгляд, уголовник это тот, это сознательный уголовник, он как бы, который живет, который, как Пригожин говорит, на фейне, которого понятие по понятиям уголовным живет. Огромное количество людей, которые сидят, ошиблись, там, попались, там, совершили глупость по экономическим преступлениям, просто попали в тюрьму, потому что вот кого-то надо посадить, вот попался там, посадили. А это что, не люди, что ли? Их что, можно сжигать вот так? Вот это мне не нравится. И это я не скрываю, и никогда не скрываю. Но я думаю, что мы этот вопрос еще продолжим. Но вот это вот что касается нашей демографической ситуации и прочего. Нет у нас ни силы и средств на то, чтобы так же бабы еще не рожают. Не рожают бабы, все. Не хотят. И не так у нас эксперименты, что нет у нас людей на эксперименты социальные, подобные 17-му году. Поэтому в любом случае, как бы ни развернулась ситуация, ну кроме самых откровеннейших мерзавцев и воров, ну, они скорее всего удерут сами. Придется нормальной власти в России, придется использовать всех, чтобы просто страну из пепла поднять.
А если мы дальше так будем воевать и дальше так управлять, то через несколько лет страна будет в пепле лежать даже. Даже не в этих самых, не в головешках. Вы верите в какой-то относительно благоприятный, позитивный исход из всей этой ситуации с войной на Украине для России? И да, и нет. С рациональной точки зрения ничего хорошего нас не ждет. Но если заглянуть за горизонт, уже с 91 года нас ничего не ждало. Кризис, который сейчас мы, который вкатились, он объективно был неизбежен. Тоже тысячу раз приводил сравнение с раковым больным. Россия давно больна. Еще с советского времени, иначе бы не было 91 года. Лечить можно двумя способами. Можно делать операцию, пока не поздно. А можно накачивать больного наркотой и рассказывать ему, что он выздоровел. А где точка входа в болезнь? Какое событие? Или... 100 лет, 17-й год. Ну, это и тогда, и до этого. Сейчас у нас опять совпал общий кризис европейской цивилизации, частью которой, пусть и самобытной, мы являемся христианской цивилизацией. Общий кризис страны, общий кризис государственности. В общем, у нас идеальный шторм. Идеальный шторм. Но, по крайней мере, операция стала неизбежной, она все равно произойдет. Умрем мы или выживем, на это Божья воля. Но чем дольше бы продолжалось вот это гниение, которое обеспечило 20 лет счастливого гниения при Владимире Владимировиче, тем меньше было бы шансов на то, что мы вообще выживем. К сожалению, это так. Сейчас, наверное, какие-то силы здоровые в стране есть, иначе бы мы не, даже эти 11 месяцев не смогли бы воевать. Не было бы ни добровольческих батальонов, ничего бы не было. Еще бы лет 10, пожалуй, и ничего бы этого не было. Ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.